первично было кино. Режиссер Аня Матисон, и это фильм про артиста балета, который из-за страшной травмы ушел со сцены, чувствуя приближение своей смерти, он хочет реализоваться как хореограф. И на самом деле я ставлю за главного героя этот балет. Но мне было неинтересно сделать этот спектакль только ради того, чтобы один раз показали в кино, поэтому, к счастью, значит, мы согласились все, что этот спектакль должен просто войти в репертуар Мариинского театра. То есть вот такая сложная предыстория. Если говорить общо, то это борьба индивидуума за право быть непохожим на всех, за право белой вороны на счастье. Ну вот так пока. Я очень надеюсь, что к концу спектакля эта концепция кардинальным образом не изменится. Я первый раз работаю с артистами Мариинского театра вот в таком большом количестве. Я в восторге. Мне очень нравится, как труппа работает. И даже инертный обычно всегда кардебалет, вот тут ребята горят, тут ребятам это интересно, и это просто не может меня не вдохновлять как автора хореографии. Не мажем, ребята! Музыка была прописана в сценарии фильма уже. Музыка была как данность, для симфонии в трех движениях. Я вообще очень сильно люблю, когда мне что-то заказывают, вот работать вот в условиях заказа, знаете, вот когда у тебя нету такого вообще беспредельной свободы творческого выбора. Это очень дисциплинирует, и это профессионализм, на самом деле. Проект вопреки, а не благодаря. И он возник совершенно внепланово, и 30 декабря намечается премьера. Так что я надеюсь все успеть. Опаздываем! Уже!